погода на Урале? Непредсказуемо. Мы отправим вас туда, где прогноз погоды всегда хороший. Пегас Туристик. Отдых на высоте. Какое настроение обещает подарить магнитогорцам погода в этот понедельник? Куда забросит нас на этот раз природа? В жар или холод? Узнаем незамедлительно. В Магнитогорске будет прохладная и дождливая погода. Ночью до плюс 13, утром и днем до плюс 18. В этот период возможны осадки. А вот вечер не сильно сдаст свои температурные позиции и выдаст нам плюс 13, плюс 17 градусов. В Белорецке и на ближайшем курорте Башкортостана утром плюс 9 градусов. Днем потеплее до 15 и возможны осадки. В соседнем Сибае утром плюс 11 градусов, днем потеплее до плюс 20. В течение дня переменная облачность, временами солнце. В Челябинске, как и у нас, утром плюс 14 градусов, днем столбики термометров покажут максимум 20 градусов. В первой половине дня возможны осадки. Погода от народа, далее. На этом у меня все. Хорошего вам настроения и осуществления всех ваших планов.